Приветствую на моем канале. В этом видео я вам расскажу, как сплести вот такой летний фруктовый коктейль. Для этого нам понадобится станочек. Средняя полоса у нас будет чуть-чуть выдвинута вперед. Открытые стороны будут направлены в правую сторону. Итак, начнем. Берем пару прозрачных резиночек и одеваем на средний ряд столбиков. Берем вторую пару прозрачных резиночек, одеваем также на пару среднего ряда столбика. Теперь берем основной цвет нашего коктейля. У меня будут это полупрозрачные такие вот желтые резиночки. Одеваем на вот эти по диагонали столбики от среднего к верхнему. Затем опять берем пару резиночек, одеваем на следующие наши столбики. Одеваем опять пару резиночек на вот эти столбики. И одеваем теперь прозрачные резиночки дальше на верхний ряд. Так, теперь берем опять желтые наши резиночки. Одеваем теперь по диагонали на нижний ряд. И параллельно, как вот здесь мы делали, повторяем, одеваем так же само наши резиночки. По паре берем каждого цвета. Теперь мы оденем прозрачные резиночки. Так. И надо нам одеть еще на центральный наш ряд. Одеваем желтые резиночки. Раз. Два, три. Теперь мы должны одеть одну прозрачную резиночку на средний наш ряд. И берем резиночку того цвета, который у нас будет трубочка. У меня будет розовая резиночка. Я одеваю опять же на эти два столбика сверху вот на прозрачную резиночку. И так у нас будет одна прозрачная, одна вот розового цвета резиночка. Теперь берем одну резиночку розовую, накручиваем два оборота и одеваем вот на средний ряд на следующие два столбика. Так. И так мы должны одеть до конца нашего станочка. Берем резиночку, накручиваем два оборота и одеваем на следующие два столбика. Следующую берем резиночку, накручиваем два оборота и одеваем на наши столбики. Так. Так. И на последний столбик мы одеваем розовую резиночку, накручивая 3 оборота на наш столбик. 2, то есть оборота. Раз. Два. Нет, 3 давайте. 3 оборота накрутим на этот столбик. Вот. 3 оборота надо накрутить. Так, сделали. Теперь мы должны взять желтую резиночку. Вот одну желтую резиночку одеть таким вот треугольничком на вот эти столбики. Следующий мы берем тоже желтую резиночку, одеваем на следующие столбики треугольничком. Но посмотрите внимательно, мы когда одеваем, мы должны прокрутить два раза и на вот эти два столбика закрепить нашу резиночку. Вот. Теперь берем наши прозрачные резиночки. Одеваем также над треугольничком на вот эти столбики. Так, одели. Теперь мы будем делать нашу ягодку. Я буду, ну вот, зеленые резиночки использовать. Это у меня будет как лайм.
Берем нашу зеленую резиночку, берем наш крючок, накручиваем 3 оборота. Раз, два, три. Берем опять нашу зеленую резиночку, накручиваем 3 оборота. Раз, два, три. Берем прозрачную резиночку и снимаем на эту прозрачную резиночку наши вот эти зеленые резиночки. Так. Вот. И одеваем на вот этот столбик. Вот, вот наша ягодка получилась. Теперь мы должны закончить наш низ. У нас внизу вот такие еще подножка. Мы сейчас ее сплетем. Берем резиночку, накручиваем в 2 оборота. Раз, два. Берем 2 резиночки прозрачных. 2 вот резиночки прозрачных. Снимаем наши резиночки, которые мы накрутили на них. Одеваем обратно на крючок. Берем теперь одну резиночку и снимаем на нее наши резиночки. Петелечки. Так. Вот мы сделали. С одной стороны одеваем на наш центральный, самый крайний столбик. Вот он. Вот, вот с этой стороны наши ножки. И берем так же самое, сделаем и с другой стороны. Резиночку накручиваем 2 оборота. Раз, два. Берем 2 резиночки, снимаем эти резиночки. Одеваем на крючок. И берем прозрачную резиночку опять. И снимаем все наши резиночки. Поправим. Ровненько было. И одеваем на наш столбик. Так. Вот, все, теперь мы одели. Ровненько, аккуратненько. И теперь мы будем снимать самого последнего вот среднего ряда столбика наши резиночки. Захватываем нижнюю, так отодвигаю от тыльной стороны крючка нижнюю нашу розовую резиночку. 2 розовых. И одеваем на предыдущий столбик. Так мы делаем практически. Будем снимать все резиночки аж до этого столбика. Наши резиночки снимаем и одеваем на следующий столбик. Так, вот мы одели на вот этот столбик. Теперь мы будем снимать наших столбиков вот сюда. Отодвигаем наши верхние резиночки, которые у нас тут одеты, зацепляем последнюю и снимаем. Это у нас прозрачные. Вот. Одеваем сюда. Тут также мы отодвигаем наши верхние резиночки, захватываем последние две и снимаем. Отодвигаем верхнюю, захватываем последние две резиночки, снимаем. Тут тоже мы снимаем на серединку. Теперь с этой стороны отодвигаем верхние наши резиночки. Можно тут поправить, если не видно. Захватываем нижние две резиночки и снимаем на вот этот столбик. Тут тоже мы отодвигаем вот верхнюю резиночку. Захватываем нижнюю, две желтых. И снимаем на следующий столбик. Тут мы отодвигаем верхнюю, захватываем 2 нижних и снимаем на следующий столбик. Вот так вот. Так. Теперь мы снимаем опять последнюю резиночку. Захватываем. У нас это прозрачная. И на наш вот этот столбик.
Берем прозрачную резиночку. И теперь мы вот крючок под нашей резиночки опускаем, захватываем внизу резиночку нашу прозрачную, поднимаем ее кверху, делаем петельку вот таким вот образом, вот эту под низ, а вот эту наверх. Вот. И затягиваем. И теперь мы снимаем все наши резиночки с нашего станка. Можно помогать крючком. Вот получился наш коктейльчик. Расправим все нашу резиночку. Эту резиночку можно спрятать. Вот так просто ее одеть на наши ножки. Трубочку мы можем загнуть в сторонку. Вот. Вот наш коктейльчик. Вот у меня два таких для примера. Если вам понравилось видео, оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!